Одна группа спасателей вела поиск в самом месте происшествия, другая спускалась ниже по течению. Сначала удалось найти только одежду молодого человека. В течение нескольких часов спасатели искали пропавшего в месте его падения. Очевидцы подтверждали, что парень не выплывал на поверхность. Спасатели обследовали русло всеми возможными способами, в том числе и с помощью квадрокоптера, но безрезультатно. Было решено привлечь к поиску водолазов. Спасатели установили освещение и организовали двойную страховку. Глубина небольшая, но поиск осложнялся быстрым течением, поэтому видимость была почти нулевая. Тем не менее, погибший был обнаружен. Спасатели транспортировали тело 26-летнего сочинца на берег и передали сотрудникам следственных органов.